Всем привет! Вы на канале Папа в деле. Сегодня буду готовить утку с овощами в афганском казане. Афганский казан у меня на 15 литров. Давайте рассмотрим ингредиенты. У меня здесь 2-килограммовая утка, я ее уже заранее порезал. Из овощей нам потребуются помидоры, болгарские перцы зеленый и красный, перец чили, 2 средних груши, 3 луковицы, приправа для птицы, соль, черный перец, чеснок. Ну что, будем готовить. По традиции занимаюсь нарезкой овощей. Нарезайте все так, как вам нравится. Я нарезаю все кольцами и полукольцами. Как совсем разделались, опускаем первым слоем лук. Лук разравниваем, делаем подушку луковую. Далее мясо. На этом этапе мясо нужно посолить, поперчить и добавить приправу на него. Следом идут все остальные ингредиенты. Перчик чили ложу целиком, не нарезаю. Хотите острее, нарезайте. Ну вот и все. Получается вот такая вот красота. Воду я не добавляю, так что давайте закрывать казан. Обязательно проверяем все клапана. Закручивайте все плотно, надежно. Погода меня сегодня не радует, постоянно идет проливной дождь, поэтому учак растапливать сегодня не буду, буду готовить на газовой плиточке. Ну вот и все, казанчик установил, время приготовления 1 час. Час прошел, осталось только стравить давление с клапанов и выпустить весь пар. Вот и все, друзья, момент истины. Открываем. Запахи, как всегда, удивляют. Овощи сохранили свой цвет. Перчик я сразу вынимаю. Он свою функцию выполнил. Больше он здесь не нужен. Вы только посмотрите, сколько получилось сока. Я не добавлял ни миллилитра воды. Давайте уже дегустировать.
что же, к столу. Ну вот, друзья, у меня получилось сегодня вот такое красивое, простое, а самое главное, очень вкусное блюдо. Я надеюсь, вам понравилось данное видео. А у меня для вас на сегодня все. Поставьте мне лайк, подпишитесь на мой канал. Всем удачи, всем пока!